преддверии Нового года областная федерация греко-римской борьбы провела турнир для детей из разных бойцовских клубов Одессы. Это первые соревнования по борьбе в 2020-м, так как многие турниры пришлось отменить из-за коронавируса. Организаторы рассказывают, что все спортсмены соскучились по борьбе, но при этом спортивного азарта никто не потерял. Сегодня мы собрали на этом ковре всех спортсменов, которые тренируются в нашем городе. Это как подведение итогов, чтобы недаром прошел год. Дети в связи с пандемией мало участвовали на соревнованиях, тем более по маленьким, по школьникам. Они официальные вообще были полностью практически отменены. И мы сегодня сделали для детей определенный толчок, для того, чтобы они почувствовали боевую обстановку. Организаторы турнира – областная федерация греко-римской борьбы и областная федерация вольной борьбы. В условиях карантина нужно было поддерживать спортсменов в тонусе, поэтому все тренировки проходили на свежем воздухе или с ограниченным количеством людей. Оргкомитет уверяет, все атлеты в хорошей форме, но из-за мировой пандемии украинские спортсмены не смогли поехать на международные соревнования. Тренеры уверены, что их воспитанники достойно представили бы страну на спортивной арене. За этот год мы успели провести в феврале самый большой турнир в Украине, в котором было 1000 участников и 7 стран мира приехало. Потом началась пандемия, турниры отменялись. Мы старались тренироваться на воздухе, дистанционно. Спасибо всем тренерам за их работу. Они молодцы. Каждый брал группы, небольшие группы людей и тренировались в уличных условиях. Взрослый спортсмен же не может вырасти. Он может вырасти только вот с этих соревнований. С этих детей вырастают наши чемпионы. Чемпионы страны Европы, мира. Как правило, проигравших в таких турнирах нет. Для многих юношей участие в этом турнире стало началом большой профессиональной карьеры. Сейчас, когда наладился режим тренировок, ведется активная подготовка к будущим турнирам. Опытные спортсмены советуют не прекращать тренировки ни при каких обстоятельствах, ведь крепкий иммунитет – это лучшая защита от вируса.